почитаю ваш отзыв. Вот на мой видосик, первый день 69-го года, 440 кило на плечах. И вот Данка пишет: у меня мама 66 лет, еле ходит. Опять-таки, знаете, меня удивляет, меня просто удивляет. И я свидетель тому, что вокруг меня творится, что люди ничего не хотят для себя сделать. У меня у самого была мама. Взяла и вырезала желчный пузырь, когда уже ей давно чистили печень и прочее делали. Просто она и не сочла нужным, что-то мне рассказать, как-то там оповестить. Можно ли в этом случае помочь? Нет. Когда я говорил насчет голодания отцу, что голодание так поможет, знаете, сделать та-та-та, отлично. Отец сказал: сынок, мы во время войны так наголодались, что больше голодать не хотим. Мои друзья ближайшие, которые меня видят, вот я занимаюсь ориентационной гимнастикой, и вот, пожалуйста, вы приходите бесплатно у Самодумова в Серпухове. Одно занятие стоит 10 тысяч рублей. Потому что он знает, насколько она действует, насколько она эффективна. Я сейчас понимаю, насколько эффективно. Есть деньги, надо тут платить, и даже это самое, и слов поперек говорить нельзя, настолько это эффективно. Я же занимаюсь, пожалуйста, приходите в зал, все это бесплатно. Вот мы, вот я. Ничего не надо. Вот, походили, забросили. Я, будем говорить, не делал никаких процедур от модной вот этой вот модного поветрия, которое сейчас. Жив, здоровый, только с каждым днем становлюсь все здоровее и здоровее. Сделали эту процедуру модную, похвастались. К тому же после нее долбануло давление огромное, 260, которого не было, за малым, Богу душу мне отдал. Вот вроде какое-то новое там это поветрие это начинается. Уже заболели, несмотря на то, что защищались от этой. И опять-таки давление шибануло. Возможно, сделали еще одну процедуру. И вот здесь я почему вот это вот все подчеркиваю. У меня мама 66 лет, еле ходит. Я же вам рассказываю и показываю. Не то, что вот можно это сделать как-то. Я это вам демонстрирую. Есть проблема. Пожалуйста, ее можно решить. Любая, причем проблема, вот она как это наваливается по жизни. Не обязательно по здоровью, а там по благосостоянию. Еще почему-то. Что-то надо сделать. Что можно, значит, делайте сами. Что нет, обдумывайте, как это сделать. Вот не ходит и не ходит. И ничего для этого не делают. И таких людей масса. Понимаете? Ничего не будет. Или так узнают, а вот, допустим, межпозвоночная грыжа, там еще что-то, спину свело. А что мы знаем? То есть, знают одно, что, допустим, вот это, такое-то лечение. А помогло? Да нет, не помогло. Я вот буквально таки вчера ехал на машине и видел, женщина идет. То есть, человек ходит вот прямо. А она ходит вот так. Так ее скрючило. И она вот так и ходит. И можно так сказать, упрек медицине там современной. А что ж она там что-то не сделала? Грубо говоря, не распрямила ее. Почему она вот так вот ходит? Но здесь
вам могут предложить, что мы знаем вот это, вот это, вот это и вот так. Больше мы ничего не знаем. Но это их знание, которое, знаете, малюсенько вообще, знание огромное. Узнайте больше, расширьте свое сознание, знание и примените его к себе. И распрямитесь. Вот я смотрю, огромное количество там различных там методик, вот это вот одно упражнение в день, это два упражнения в день, ваш позвоночник здоров будет, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не возражаю, возможно, они там и работают. Но я очень через многое прошел, вот эти все разные там системы и так далее. И то, чем я занимаюсь, и то, что действует на мои суставы, на мой позвоночник, на мои там плечи тазобедренные и прочие там колени, и даже с предстательной железой и прочими вещами. Но это колоссальная разница. Такое впечатление, что у народа лишь бы какую-то информацию там новую, что-то там узнать, вот такая вот всякая, какая-то там мода, пятая, десятая, вместо того, чтобы знать то, что надо знать и выполнять, которое дает самый лучший эффект. Вот это самое важное. Много вещей есть, для того, чтобы достигнуть там определенного результата. Среди них есть самые эффективные, и в некоторых случаях даже самые простые. И есть какой-то, знаете, долгий, непонятный, сомнительный путь. Поэтому я вот это вот читаю, мама еле ходит, вспоминаю свою мать, вспоминаю своего отца. Вспоминаю деда, у которого там решил вырезать камень из почек. Мне тогда, наверное, лет, наверное, 9 было. Ну, вот тут прочитал, что якобы можно вырезать и будешь жить. Ну вот, вырезали. И благополучно отошел на тот. Поэтому смотрите мой канал. Вникайте. Я не хочу, как бы сказать, себя превзошли. Вот смотрите, я какой. Я сейчас прыгаю, я сейчас бегаю, я сейчас держу там 440 килограмм на плечах и так далее. То есть это не укор вам, а это пример, мой собственный пример, когда из развалюхи можно сделаться крепким, жизнеспособным человеком. Всякое в жизни бывает. Люди и занимаются, и бросают, и тара-та-та-та-та. И это у меня было. Все у меня было так, как у вас. Ну вот я не хочу смириться с тем, что я там не могу там ходить или еще что-то. Да, не можешь ходить, ну и ладно, буду лежать. Да, согнулся, ну и ладно, можно и так жить. Как-то, знаете, одумайтесь, а сейчас очень сложные времена, сейчас не до вас, не до вашего здоровья. Сейчас совсем другое. Сейчас настает такое время, что людей просеет через греховное сито. И каждый получит по своим заслугам. Ну, на этой ноте и закончим.